Всем доброе утро! Хотя уже скорее добрый день, потому что сейчас уже, да, пардон, 2 часа дня, но у меня урок был утром, и мне было некогда снимать сегодня, вот, поэтому я не снимала. Небольшой бардак присутствует дома, но я это уберу потом, извините, что-то раскиданы вещи. В общем, сегодня мы очень долго спали. Я вчера вырубилась. В итоге я хотела в 11 уснуть. Я уже почти уснула, но в 11 Алишер вернулся, и мы начали ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, и, наверное, 11:30 я только наконец-то закрыла глаза. 11:30 я закрыла глаза и уснула практически сразу. Весь вечер у меня держались эти тренировочные схватки вчерашние. Я закидалась теми лекарствами, которые мне врачи сказали принимать. И, знаете, ночью все-таки отпустила. Я думала, не отпустит, но отпустила. То есть живот у меня ночью практически не напрягался. Но он у меня всегда там, раз 5 за ночь точно закаменеет, это нормально. Но чаще этого не было. И сегодня утром тоже все тишина, спокойствие, благодать. Чуть-чуть там что-то было дискомфортно, но из-за того, что меня вчера в роддоме посмотрели вручную. Вот, так что это были тренировочные схватки. И все. Поэтому пока ждем дальше. Что еще сказать могу на эту тему? Мы все вчера, конечно, были такие взбудораженные, всем так хотелось, чтобы это уже свершилось, и я поняла, насколько я вообще этого жду, и как я хочу увидеться с малышом, и насколько я готова к этому, и у меня не было никакого страха, и я наоборот думала, о, наконец-то, и прям, но еще рано, еще надо ждать, поэтому вообще мне надо выйти из дома через 15 минут, потому что я иду сегодня в кино на «Магических тварей», наконец-то. Видимо, малыш дал мне возможность сходить в кинотеатр, посмотреть этот долгожданный фильм, так что я сейчас пойду в местном кинотеатре, буду смотреть с другом своим, тут идти мне 10 минут, ну, 15 буду идти, я медленная сейчас. Вот Кузьма дрыхнет тоже, видите, разлагается, глаз открыл. Ой, типоти. Коснулась Рекс. Это мой свитер валяется, который поверх меня надеваю, когда мерзну. Посылки раскиданы, вещи, тряпки какие-то. Надо убирать все это. Я вчера мало что сделала. Я вчера только пропылесосила, но я так устала за вчерашний день. И вот мы спали сегодня до 10:30 мертвецким сном просто. И то я встала по будильнику 10:30. Я не знаю, почему меня так вырубило, но я бы еще поспала сегодня. Наверное, я посплю, потому что все, вот этот урок я отзанималась, и больше у меня сегодня ничего не будет, кроме кинотеатра. В кино пойду. Буду наконец-то наслаждаться фильмом. Ура! Я так жду его, да, Рекса? Так что надо одеваться поскорее. Поскорее одеваться. И надо что-то съесть. Я не понимаю, что, потому что последние 3 дня... Я питаюсь практически исключительно фруктами, овощами и шоколадом. Вот фрукты, овощи, шоколад, ММДМС, там что-нибудь такое. Я не хочу мясо, я не хочу хлеб, я не хочу молочку, кашу. Просто я открываю холодильник, думаю, я лучше не буду это есть, чем буду есть вот это. Понятно. Я не знаю, почему так. Кстати, народ, верный способ проверить, родила я или нет, скажем так, это заглянуть в мой инстаграм. Ссылка на инстаграм есть внизу под видео всегда. Потому что некоторые из вас правы в комментариях. Когда я попаду в роддом и уже все свершится, 3 дня влогов точно не будет. Я их выложу с задержкой, потому что я буду в больнице. Но в инстаграме я запущу в тот же день. Просто не сомневайтесь, я не удержусь от этого. Поэтому, если хотите вот прям в тот же день узнать, даже не на следующий, то подписывайтесь на инстаграм. Вот, а влоги... Ну, простите, что я вас разочаровала и сама расстроилась, что это было не вчера. Все, я иду в кино. Смотрите, как у нас тут все растаяло. Видите, сегодня всю ночь дождь шел, кстати. Это... Я, наверное, сейчас приду раньше, чем мой друг, и я хочу сразу купить билеты, но я обнаружила, что у меня только 200 рублей наличкой. Ну, все на карте. Что-то я потратилась вчера и не сняла, короче. Вот. А 2 билета наверняка будут стоить дороже, чем 200 рублей, минимум 300. И, в общем, я выгребала
деньги, десятки металлические, взяла 200 рублей десятками, если что, буду так покупать. Ой, блин, как пройти-то? Потому что, ну, 5000 мне брать не хотелось, так что я сейчас буду монетками расплачиваться. Я пришла домой и уже даже успела помыть посуду и покушать. Я поела курицу, которую я готовила недавно. Оказывается, она такая вкусная, прям вообще. Алишер не признался, что это так безумно вкусно получилось. Так что села я за компьютер и буду сейчас не знаю, что делать, отдыхать. Я так устала, так устала. Фильм мне очень понравился, классный. Я не зря его ждала. Я нашла там всего один косяк. Ну, как-то несоответствие правилам волшебного мира. Вот. Но не буду его озвучивать для того, чтобы не спойлерить никому сюжет. Но на фильм однозначно стоит сходить. Он очень классный. Так что, yes, я это сделала. И еще мне пришла смс-ка из Хеликса, что готов мой последний анализ. Тот самый неважный, без которого меня бы и так взяли в роддом. Но теперь... У меня готово вообще все. Еще мне подарили подарок. Одна моя ученица, она знала, что я жду малыша. Ее мама связала плед. Смотрите, какой крутой. Он такой обалденный. Во. Как раз буду малыша в коляске укрывать. Супер, он такой мягкий-мягкий. И цвет мне так нравится. Я очень люблю такой бирюзовый. В общем, просто супер. Мне было очень приятно, что мне такой подарок сделали. Так что, Алекса, отдай пакетик. Сложу пока сюда. Пакетик обратно. Так что, привет, у малыша есть. Что ты прибежала опять? Изучает. Вот сейчас чего у нас? 6:30? Я буду сидеть, наверное, фильм смотреть, досматривать вчерашний. Не хочу ничего делать. У меня стадия лени началась. Хочется только сидеть и разлагаться, и разлагаться, и разлагаться. Это плохо. Но будем делать вид, что да-да, беременным надо много спать и отдыхать, готовиться к родам. Да, Кузя? Кузьма, пойдем поищем вкусняшки в холодильнике? Может, там есть какие-нибудь? Фрукты вкусные еще. Хотя я бы, наверное, еще и этой курицы съела. Я даже не знаю. Уж больно вкусно было. Ребятки, я валяюсь тут, читаю журнал. И больше ничего сегодня делать не буду. Так что я с вами попрощаюсь до завтра. Пока-пока.